Для всех знаков зодиака грядущий день, 10 декабря, хорош для получения знаний. Новая информация надолго останется в памяти. Звезды советуют посещать обучающие вебинары, семинары или курсы. Овны, 10 декабря вам не следует делегировать свои идеи кому-либо, даже если это те, кому вы доверяете как себе самому. Старайтесь выполнять обязательства лично, а также не уходить от ответственности. Отличный день для посещения клиники в целях медосмотра. А вот дальнюю поездку отложите. Тельцы, новый день может рассеять все ваши силы на мелкие задания. Ну а что делать, если это будет происходить в приказном порядке? Вам пока лучше смириться с ситуацией. В отношениях с домочадцами не заходите далеко, дозированно изобилуйте эмоциями. Близнецы, вас ждет подвох на легкой тропе карьерного роста. Успех любит только трудолюбивых и настойчивых. Тех, кого испытания только закаляют. При этом финансовая сфера значительно улучшится, можно прогуляться по магазинам. Раки, вы будете наслаждаться своим новым днем. Столько радостных новостей, неоднозначных событий, симпатичных людей окажется вокруг вас. Но помните, от работы вас никто не освобождал, так что постарайтесь все довести до совершенства. Львы, если вы решили 10 декабря расправиться с прошлым, то необходимо заняться этим с самого утра. Многие попытаются вернуть вас туда, где все пропитано негативом, но вы держитесь. Благоприятный день для лечебных процедур, покупки подарков и пожертвования средств на благотворительность. Девы, вам звезды рекомендуют позаботиться о своем здоровье, ну и о наличии денег на счету. Возможно, это будет взаимосвязано. Придется потратиться на лекарства, косметические средства и прочие крайне необходимые вещи. Вечер проведите в одиночестве. Весы, вам предстоит додумывать мысль каждого, кто ее произнесет вслух. Изолируйтесь от плакальщиков в жилетку. Лучшее средство для достижения цели – это активная умственная работа. Значит, не отвлекайтесь на философские рассуждения. Удача ждет в деловой поездке. Скорпионы, если что-то решили делать, делайте это с удовольствием. При этом нежелательно через силу. Это может плохо отразиться на самочувствии. В течение дня будет порционно поступать информация. Часть ее касается денег, поэтому от подсчетов не отказывайтесь. Стрельцы, 10 декабря у вас будет непредсказуемое настроение. Да и задания, которые будут подбрасывать вам, трудно назвать конкретными и знакомыми. Вечером состоится откровенный разговор с близким человеком. И чтобы обойтись без повышенных тонов, лучше вместе сходите в кино или ресторан. Козероги, 10 декабря у вас не будет причин для хандры и апатии, но в какой-то момент желание сбежать с работы все-таки появится. Если есть возможность выбрать себе окружение, то присмотритесь к коллегам. Определитесь, кому вы можете доверять. С остальными можно общаться только на сугубо деловые темы. Водолеи, звезды рекомендуют вам задуматься о приближающемся празднике. Если не будет возможности сбежать с работы, значит посвятить этому вечер. Тем более, что ожидается пополнение кошелька. В питании руководствуйтесь известной поговоркой «Ужин врагу, завтрак самому себе». Рыбы, вы рискуете сами себе придумать проблему в личной жизни. Вот и будете весь день гоняться за ответом, а он совсем близко. Новый день хорош для сдачи экзаменов, переподготовки, освоения новой специальности. Только не пытайтесь все это сделать одновременно. Многим знакам зодиака 10 декабря желательно отложить в сторону все серьезные и сложные дела, общение с неприятными людьми. Впереди день преображения, романтического настроения и любви. Стоит этот день посвятить отдыху и приведению себя в порядок. Звезды знают, что говорят.